Всем Alt 1, друзья, с вами Витёк. Это у нас Dirt 4, а точнее гайд по нему, как на клавиатуре поменять управление. Блин, какая же здесь классная графика. Итак, заходим, ребята, в опции. Нам нужна вторая строчка, input. Нажимаем. Device Management, да, вот самая главная строчка, Device Management. Далее, друзья, находим строчку input bindings. Акселерация газ. То есть Enter нажали, поставили, допустим, под себя стрелочку вперед. Брейк, тормоз, соответственно, назад. Камера, ну, на цек. А handbrake, ручник, естественно, на space. Так, это мы можем сиденье двигать на нумы. Вот смотрите, steer left, пробуем. Ставим налево и ставим направо. То есть это наши основные команды. Так, выходим, да, Apple. Continue. Так, окей. Ну и проверяем, что у нас тут получилось, что я вам насоветовал. Продолжаем гонку. Так, газ у меня на стрелочку работает. И налево, и направо машина у меня поворачивает. Space, да, ручник. Итак, друзья, у меня все получилось. Надеюсь, я вам помог этим, поэтому с вас подписка на канал и лайк под видео. Но также жду ваши комментарии. Обожаю, когда вы пишете какие-нибудь интересные вещи. Так что делитесь вашими идеями. Делитесь видео с друзьями. С вами был Витёк. Еще раз надеюсь, что помог. Благодарность лайком и подпиской. Всем спасибо. Всем пока.